Первый лайфхак за сегодня, он очень хороший, вот прямо хороший. Если вы его будете использовать и если вы научитесь его применять, то у вас будет все шикарно. Берете классное название у конкурентов. Очень часто вы, когда мониторите конкурентов, мониторите выдачу на Ютубе, в Фейсбуке, вы ощущаете прямо всеми фибрами души, когда есть классное, ваш взгляд среди сотен роликов выдирает один, думаете, ох, ничего себе, какое классное название. И вот очень часто я тоже так выдираю название для своих клиентов, и я иду от обратного. Я беру название и уже под название готовлю ролик, готовлю сценарий. Почему? Потому что я реально понимаю, что это сработает, что это будет вообще иметь вау-эффект. Почему? Потому что для меня это сработало, там хороший контент, да, ну обычно там хороший, но я смотрю видео конкурента. Я читаю комментарии под видео у конкурента, я смотрю, что по этой теме есть у других и делаю компиляцию под аналогичным заголовком. Я его немножко видоизменяю, потому что авторское право на заголовки не распространяется. И вы можете один в один, то есть поменять там, не знаю, там 17 советов, как правильно сварить наваристый украинский борщ. Напишите 13 советов от хозяюшки, как правильно и вкусно, быстро и недорого сварить украинский борщ, и никто никогда не предъявит вам никаких авторских прав. Главное, чтобы внутри у вас был собственный контент, а привлекательный яркий заголовок – это все очень и очень круто работает, и вот такой вот лайфхак.